В октябре 2008-го в Валуйках состоялось торжественное открытие третьего завода по убою и переработке птицы компании «Приосколье» мощностью 11 тысяч голов в час. В планах компании было как минимум удвоение объемов переработки. В 2009 году Белгородская область закрепила лидерство на российском рынке мяса птицы. 15 октября на ведущие предприятия отрасли прибыли эксперты Бюро по ветеринарии и продовольственной безопасности Комиссии европейских сообществ. Их интересовал госконтроль качества продукции, ее соответствие международным требованиям. Это был первый шаг к выходу на зарубежные рынки. 15 октября 2010-го в России стартовала перепись населения. В ней принимали участие абсолютно все, не только простые жители городов и сел. Переписчиков принимали даже там, куда обычно вход запрещен – в воинских частях и в местах исполнения наказаний. В 2014 году основным контрабандным грузом на российско-украинской границе стало сало. В октябре в Шебекинском районе таможенниками была задержана крупная партия шпиков 6 тонн, а в одной из организаций правоохранители обнаружили еще 30 тонн нелегального сала. 15 октября 2015 года в Белгороде начал работу первый в области Центр психологической поддержки и реабилитации для онкобольных детей. Проект инициировала общественная организация «Святое Белогорье против детского рака». С тех пор детям и их родителям, столкнувшимся со страшной болезнью, есть куда прийти за поддержкой.